сейчас пройдем вот так вот до лагеря, и там с той дорогой выйдем. Давайте. Давайте так. Здесь, вот, все, последний дом. Вот где сено лежит, это последний дом. Это вот Андрей живет там. Вот. Андрей. Столер. Давай, кому надо еще фонарь, тумбочки, я хочу. Зимой делаем, где-то конечно, но не так. Ты канастас не делаешь? Ну нет, это на счет нет. Ну, если не знаю, тебе завтра в дом. Я через воскресенье. Воскресенье. Молодец, молодец, Шарик. Нет, когда меня нет, они без меня могут. А там тоже кто-то собирается? Нет, вроде. Там у меня по членам 67 человек. Нет, ну они когда там на праздник, все недели, кто ходит каждый, где храм, кому пить. Дмитрий Ростовский там и Александр Ростовский, где живет. А когда я приезжаю, все нет, у нас на Ползунова 6. Я с этим. Игнатий, в Антоне и Киев и Чески ходят, я знаю. Да, где судья Нисис. Игнатий, значит, 11 лет судил. Чтобы готовить, то, что не отняли, там его диктофоны, там тысячи кассеты. Высудил. 11 миллионов, даже, я не знаю, как на сегодня. Но администрация железнодорожного района не может заплатить. Он к приставам обратился. Они сказали, что если в течение месяца не найдете, то ваши там эти счета будем арестовывать. Ну и они тогда обращаются к мэру этому города, что-то делать надо. Он вызывает, не знаю, сами приехали. Но вы можете что-нибудь, мы можем договоримся, что там будет. Нам молиться не, а мы молились то на одной квартире, то на другой. Ну хорошо, нашли я там на горе. Магазин был деревянный. Он посмотрел, он сказал, нет, ну так не пойдет. Потом через неделю приходит. Значит, там была контора освода. Спасение на воду. Значит, территория. Прямо в центре города, в старом возле старого базара. 12 соток, два дома. Один дом, где у них была контора 160, 2 квадратных метра. И второй дом стоит в ограде 62 квадратных метра. 220 квадратных метров. Все, согласен, все. Переделали, значит, передали ему и все вот это. Мы там сейчас что-то молимся. Сделали в большом доме там храм у нас, там занятия, воскресенье школы. А там где дом? Так, кто из священника просил? Я. По слову Богу. Вот откройте, покажите. Вот откройте. И здесь предисловие, прочитайте. Бери, не пожалей. Так, слушайте внимательно. Читайте. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу. Клименко-то знаете? Да, дальше. Главный редактор газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Он сейчас редактор вашей этой, Алтайской. Ну. Дальше. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МДА, библиотекам, которые по крупицам помогали сделать подборку материалов. Быть может, со времени Иеронима Стридонского. Иеронима Стридонского, 420 год в православии не появлялось материала такого рода. Сравнивая все получение со священным писанием, приходится сделать заключение, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на странице Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Все. Опровергать никто не будет. Так, владыка.
вам. Да, спасибо. А теперь вот это, который готовится к переизданию, первый, второй, третий том. Держи-ка. Посмотрите, какое издание. 230 иллюстравов Густава Доре. Раскрасили сами. Вот оно все, смотрите. Да, у него черно-белые. Там черно-белые, конечно, были. Тогда не было. Это 180 лет назад. Видите, какая работа проделана. И здесь же вот первый том идет, вот сейчас я покажу. Вот выделяются слова. Какие? Слово. Вот он что говорит, Блаженный Пелах, а дальше Игнатий Лапкин. Теперь другим шрифтом. Две черточки. И вот я делаю вставку. Объясняю, что это такое. Современные уже, которые святые, недавно канонизированные. И дальше также. И таких комментариев здесь 319. Это 300 томов. Вот смотрите. Вот, смотрите, что. Это флаг. На каждый красный, синий. Красный — это флаг российский. Это единственный в мире флаг, который бессмертен. Это желтое, не белое. Вот что, все рождаются в крови, заметьте как. Второе, думай о небе. Синее небо меня так манит. И 21.10, где считаем откровение, видел великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля. Эту книгу Коли кончались, вот сейчас новое издание готовится. Никуда никому не отдавать. Обещаетесь? Хорошо. Это лично для вас. Спасибо, Игорь Петрович. Володя, веди, как деду все отдавать. Ну, остальные книги, если кто подумает, полный комплект убрать. Это по сегодняшним деньгам, это 41 тысяча стоит. 38 книг. Хорошо. Пойдемте, пройдем. По трафику. Так. Куда вот выйдем, вы там выйдем. Батюшка. А да, давай рядом дорожка, то рядом здесь, обойди-то. Да, а что здесь? А то они насыпляют клещи. Ага, ну ладно, давай, тогда сразу забыл. Они, вот тут клещи, да? Бывает. Ну, у нас они хорошие клещи, конечно. Я бы мог еще вам одну книгу подарить, но это для слова Божия нету. Как автобиографичное, что у нас говорили, писали, ну, во всем мире где. И как основывалась деревня, и какие правила, и почему. А здесь у вас есть? Есть. Будете? Читаем, конечно. Подожди, она является ключом ко всем книгам. Можете заглянуть ко мне, как я жду. В 1774 году. Хороша игрушка? А это вот у меня, я орнитологией занимался. Ученый у меня был коршуненок. Летает, прилетает, на руку садится. Везде, везде это детям. Я же в начале детского лагеря. Надо учить природу любить. Страусовые перья. Так. А что трогатым? Ну тут далеко-то не зайдете, просто глянуть. Я сейчас не дам. Вот. Владыка, вот я составил симфонию на жития святых. Этого никогда не было такого. Полное житие святых. Сейчас я посмотрю. Мы когда семинарий заканчивали, это был 90-й год, всем нам ректор подарили симфония. Основное издательство. А вот я составил самое лучшее в мире симфония на неканонические книги. Возьмите. Вот я кажу так. У меня да вот сейчас вас раздают тут совсем. Ну что, нет? Ну ладно, я найду у меня. Ладно. Как, для слова Божьего, вот это вот, как образовать общины? Главный вопрос и ответы. Ну не ищи, я найду дома, дам. Ладно. А слова Божьего нету. На. Даже не думал, что у меня здесь нет. Все, ладно, пошли. Ну сейчас гляну, подожди. Ну не ищи, я дам потом мне. Ну не забудь, да. Да, дам. Вот, все здесь.
1774. Вот у него происхождение вот это очень редкое такое, понимаете как? Я жил около железной дороги, и поезда туда и сюда останавливаются. Идет грабеж вагонов. А у меня две научные, ученые собаки. Они там разгружают холодильники, ковры, я их заставил вернуть. А милиция не сказал, кто. И там где-то была авария, и мне преступники принесли и подарили. Вот как. Там опрокинулась какая-то все это в грязи, и мы, говорит, колокол вытащили, другое. И кстати, ко мне пришли. А на утро у меня пришла полиция, там милиция была. Вы, говорят, вот тот и другой вернули. Я говорю, вернули, у вас больше. Они обещали никогда не приходить сюда. А зачем? Вот за шашлык, что это такое? Нет, что это такое? Рога? Вот здесь вот сидит 20 человек, там 20, когда пресс-конференция. И вот здесь 60 человек могут принять. Угу. А видели, как у меня этажами? 12 человек могут ночевать, на полу ни одного. Так что акули полигоны это закроют под эту палочку. Кемерово. Кемерово, приехали сюда. И вчера тут одна была, она из Гивеева прилетела. Батюшка вчера не сказал, как она сумела забраться. Я и крестился здесь 4 года назад. Уверовал через проповедь Игнатия Тихоновича. Раньше был батюшком. Ходил в храм, ставил свечи, ничего не знал, ничего не понимал. Вот через проповедь Игнатия Тихоновича уверовал. Теперь понимаю, во что я верю, в кого я верю, как я верю. Совсем, да. Долго запрещали вообще изучать. Да, а для русских? Как вы здесь жидовцы сами добились? Ну, ты что, мы всегда любим что-то бороться, чем мы кроме себя самого, правда. С ННами боремся все время, еще что-нибудь. Надо бороться. А свои. Раскрыть сердце. Или каются за грех за царя каются. Царебожцы такие. Сергий вот этот Романов, да? Молите Бога она. Я отвечаю. Царь был самый несудый. Разве вам грозный платье Петр Первый? Ну даже дело не в этом. Ну как? Какой еще может быть нас спаситель? Какой еще царь спаситель? Да. Царь искупитель, а Христос тогда кто? Ну, данным отвечаю на 100%. Или Христос нас недоискупил, что ли? Да. Недостаточно. Надо еще какого царя, чтобы у нас совсем уж искупить. Видите, потеряю путь. Еще же не было, здесь стал быстро заметить. 100% пробил до сюда. 10 тысяч что ли? Я тогда узнаю, говорю, кто он тихо. Когда началось, ну все сами, да, или государство? Свет государство проводило или тоже сами? Нет, это государство. Тут никак не послушают. Сотни столбов. А внутри вот эти столбы по деревне сами ставят. Хоть что-то поможет тебе. Вот, поди его, вот в это. Ну и каждый там поговорит. Вот было здесь только коров поели. Ну, самое большее, что на 77 было. А сейчас уже 24. Каждый год надо не так, когда на аре. Рыба есть, рыба теперь будет чем. Главное, рыба это золотыми. Поля ваши тоже? А он да, староста, который был. У старосты было полгектара, наверное, как у всех. Сегодня у него 1000 гектаров. Два комбайна. Техника это его, да, все? Да, это его. Один комбайн это Полещин взял за 10 миллионов. Только за кредит 1 200 000. Хороший урожай был. А приехал, ничего нет, горшок-то у него. Мочишь. Собрали, так, а не продают.
Вот который высокий парень там заходил, он закончил университет. И как дети называют? Хорошо, Кириллович, второй университет. Ну, пока было все тоже собрали, чтобы это стало другой статус. Здесь теперь какой? Вот этот лагерь, который вошел в историю. Тут сколько было вообще? 80, какая-то, не 80. Я собираюсь, ну, уже убрали, собираю только колоски. Завтра такая. Я смотрю, что его поставляю. Завтра нет, заметь. И он не пашет. Прям поэтому будет сеянка идет, по этой сеянке. По этой вот не перепакивает? Нет, нет, нет. В этом уже лет 5, раз не пахнет. И урожай где-то на 10 центов будет там. И земля там плотнее, да, как меньше эту шанс. Она больше влага, где-то и на ней. Не это. Не испаряется. У нас так. Ну и не дует так, не сдувает. Весной идет, день пахано, там не пройдет, а это идет как, вот, знаете, как матрас. Как матрас. Да, да, и снег лучше задерживается. Да, снег задерживает больше. Тогда из еще стали так делать, так. Пыльные бури. Да. Миллионы тонн. Плодородие за 1000 километров. Да. Ну, вот это вижу, когда распахивали, да? Да. Чуть там они огромными же там до края неба, да, распахивали в полях. Да. А ничего нет, ни полосы никакие записывают. Есть тут неписанное правило. Сейчас одно правило я попрошу вас исполнить с нами. Сейчас вот пройдем еще 30 шагов. Это место, где мы всегда становимся на молитву, когда идем мимо. Молимся за тех, кто занимается сельским хозяйством. Три человека. Вот сейчас, как только полюбил, становится, чтобы сразу остановиться. А вот налево, посмотрите, налево. Вот, нет, да, деревня была, улица до тех. Нет. И вот ранее от березки, которые, это да. Самое это, за что нас судят. Сможно, да. Да, да, да. Вот, как раз 26-го через 10 дней будет суд, так что помолитесь. Чтобы Господь позволил. Нашего Игоря, дай ему добрый урожай на дело Божие. И Андрея с его скотиной, сохрани и помилуй. И Евгения, помогающего нам, обрати к себе. Дай ему тоже добрый урожай для дела твоего. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все, идем дальше. Вот лагерь. Вот он. Да, на 18 березок, а я на одну батюшку 46 посажено. У меня 54. Это не все. Это нам Бог дал эти березки. Вот если бы можно было пройти вот сюда, вот круг, как заход сделать. Там круг какой-то вот, да. Да, вот, вот зеленый. Это там и там пройдете. Мы потом пройдем. Потом пойдем. Вы никогда больше этого не увидите. Просто пойдете, а они никуда эти не едут. Куда пасем, куда и бараны. Мы зайдем на крестец, где крестец. А туда пойдем? Ну давайте. Не слушай, не слушай, ты уже подвел ход. Сейчас вы никогда это не забудете, никогда больше здесь не будете. А эти-то подойдут сюда. Вот сейчас загородка, видите, вот там. Это не подходит. Это яма большая, что там было, я сейчас не знаю. И там такие ямы в этой сделаны, где сидеть. 4 этажа огорожена. Там каждая пятница костет картошка. Там бывает приезжают с музыкальными инструментами. Если погода позволяет. И вот я был начальником здесь 45 лет.
45 лет, ни один заболевший ребенок. Не поспорил. Рядом. Это когда ветерок тоже обедать, потому что там вот деревья и комаров много. Нет. Больно выдумать. Видите, сколько навозили, чтобы костер. А внутри костер горит. Я написал стихотворение и упоет. В отдаленном этом месте хорошо. Пение птиц. Наш костер горит как с угольными горшок. Звезды искрами рассыпаны. Вот, смотрите, как открывается. А рыба тут есть? А? Рыба есть? Есть! В прошлом году было мы поставили. Ловите, простите, говорит, правда. Пока со второй возили, все, повернули назад. Володя, сколько захватили вы сразу? Ну, 100 с чем-то. Это карась, да? Карась, большой карась, хороший. Мы за раз только мелких привезли карасей, сюда больше тысячи захватили. Большие кроты, это... когда потеряется начало, невозможно было косить. Ну и особые капканы надо, я простыми капканами, он по 50 поймал. Ну надо вообще так, что за каждого крота баночка там. Когда на нас там эпидемстанция нападала, мы специально сделали крышку с бортами большими, чтобы не отравили, ничего не сделали. Так боялись. Ну, когда человек осатанеет, он ни перед чем не стоит. Вот там запрудит, да? А вот смотрите, вам видно еще? Это... Вот она запрудит, да? Вот запрудит, своя. Что мы делали? Это... Когда вот на нас нападали, а мы там другое, шлюз, воду спускали. В 6 утра мы уже на работе. Уже. Там перетаскали, сколько у нас было? Ну, наверное, кубометров 5 или... Каких 5? 25 с лишним. Это все ведрами. Работа огромная. Если благополучно будет, то весной где-то еще сантиметров до 90 поднимется. А вон там, видите, крест распятие, это диван, пасе ходит. А вон там видно, что спуск, лестница. Тут каждый день работает. Поработали, вон угнали, помолились. Опять вперед. Мы все нужды знаем, нам пишут. Андрея, кто угодно. Кому-то нужна какая-то большая сбор денег. Бывает, человек переехал куда-то. Интернет это тоже. Я вам говорил, как сейчас в скайпе найти. Семенов Вячеслав. Очень интересный человек. В этом году он поступил в 15 миллионов. Весенняя вода еще.
осенняя вода еще висит, сюда наполняет спаление. Он не полезет туда, не полезет. Там показали все нужно. Зачем туда лезть? Ну что, батюшка, давай дай. Подожди, он же не спустился. Ну, вернулись назад. Ну, прямо... Зачем насиловать? Вторую ставили, первую проверили, 110 штук уже попало. Здесь сейчас тоже ставить сеточку, нет? Ставили, но перешли на другую. Вот вчера было у нас 66 поймали. Thank you.
хочешь? Идем. Посмотри сюда, зайди. Это... Погляди, что делается. Давайте сюда. Видите, как это сделал? Летело по все стороны. Я уже недели две здесь не был. Заходите сюда. Вот посмотри. Разбито так. Видите, бежите. Куда летело все. Мы здесь были, он зашел сюда, разбивает все. Я вышел, говорю, ты что делаешь? Илюшка, который ходит. Это здесь быка и коровы там сидят. Да, конечно. За что он быком делал? Да ну перестань. Ты Мишка. Так я его задержал. За руку ты не дал. Это мужские, а там женские кили. В разных сторонах. А вот, 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 достаньте эту скобу. Надо, ей ударяй. Значит, ты будешь... Вот это, да? Да, да, вот это. На обед? Это главный колокол, да. На обед, на занятия. На молитву. На молитву, и все вместе. Разные удары делаются. Один это сбор, два это занятия, три это обед. Самый любимый у детей был. Вы за стол залезли, да? Так. Ну, все там. Заходи. Перекрою. Интересно, бак сварили, одни здесь сварили его, а слитые эти телевизоры из морозы куда ставили? Оказалось, тополь и береза до 1 мм. Вот это стало. А нет, верхний убирают. Просто ее обратно надо поставить. Ой, закрывай, я великан. Володя, дорогие. Сколько не действует лагерь? Ну, с 18 года. С 18 года лагерь не Thank you.
Не ходите вы, дети, кто обидит, когда вопрется, это срочно помнит, распрет руку. Пришли, наконец, чтобы все, избавились мы от Вавилона. Мы в Египте. Он сразу роет яму и закапывает туда камни. А это что? А вот на это место будет Вавилон писать, что тут стоит. Как сказал я, так и сказал, я камни принес оттуда. И ко мне это нет на поле, то я принес из Израиля. Конечно, вообще не имеет. Поверить в то, что Бог делает, и верить, что это почти невозможно. Совершенно потерянное состояние, и Бог возрождает их сами. Сами детей может создать. Ладно, вот трое, вот тот топ, она хватит, и я с вами. Слева, вот хотите. Ну как справа, хватит. Вот сюда подойдите. Вот сюда, вот это. Зачем? В объединенном месте. А это когда привезли бетонные кольца, и как снимать специально такое? Лебедкой. Машина подходит, его поднимает, машина уходит, он кольцо опустил. Это был человек такой изобретательный. Вот это батюшка говорит, обхватите руками вдвоем. Вдвоем, брат. Вдвоем. Трое как раз, все. Три обхвата сейчас. Так, все. Мы пошли вправо. Вы туда? На нам гряд сюда. Не попрощаться до нам. Тихо. Сюда бы познакомиться. Вам долгих лет здоровья еще помогут в вашем служении вашем. Господь позволил выстрелить. Это Бог это делает. Меня накачивают, они подвешивают. Вот такая вот идея делают, накачку делают. Раздували тело. Все это позади. Как будто никогда не будет. Помогай, Господь. Надо было познакомиться. Да. Ну, ваш корни, Господь. О чем мы говорили, вы только понимаете. Я говорил мне ради пустоты. Потому что ваша бессмертная душа будет отвечать нас за много больше, чем я. Кому много дано, вам много дано с людьми. И смотрите, вот попробуйте с торговли хоть как-то, подумайте, счастье, объясните. В Москве был один священник такой, и он говорил, наконец, что сказать, батюшка, ну пора убирать. И они его разломали, вытащили и сожгли. Он говорит, это враг ты сосал, как нам назвал своего имени. И все, так у нас нет и торговли, за 30 лет ни одна свечка не была построена, она должна загореть богатой, это сожжение называется. Хотя бы, чтобы огарки не воровали. И чтобы чисто восковое было. И знаете, мелочей нет. А так все человека освещает, где делает доверие Богу. Я верю Богу. Я написал, что брали, и они выполняли то, что я говорил. Не наша, вся моя, а нет.
все абсолютно взял за себя. А там уже Бог покажет. А мы молимся. А как будете говорить? Буду говорить так, как будет показать, что мы делали то, что должна была государство делать. Решение было принято восстановить, мы не делать. И мы самостоятельно, мы еще не должны. Представить документы. Хорошо, помоги, Господь. Будем ждать результата. Большая разница, когда это обалдение здесь не подписал, а тут мне сразу же. Так, не здесь спасали, это я на ум права. Хорошо. Батюшки, это для слова Божия не услышал никогда. Нет, он сказал, я не нашел. Батюшка, не забыть, снегу дай ему для слова Божия не тут. Все, уходим. До свидания. С Богом. До свидания.